И еще о книгах. Завершился межрегиональный этап конкурса вузовских изданий «Университетская книга 2014». Награждение победителей Приволжского федерального округа прошло в Чебоксарах, причем здесь же работала экспертная комиссия. Каковы итоги конкурса и как прошло награждение лауреатов, узнала наша съемочная группа. Было рассмотрено около 250 учебных и методических пособий, справочников и мультимедийных изданий. В основном в конкурсе приняли участие преподаватели российских вузов, но кроме них встречались работы из Харьковской, Донецкой областей и Республики Казахстан. Я приехала сообщить, что победители этого конкурса, они сразу получают путевку в полуфинал общероссийского конкурса «Университетская книга». Награждение прошло в зале заседания Чебоксарского кооперативного института. Перед вручением дипломов и сертификатов представители вузов-участников познакомили с новым цифровым идентификатором ДОИ. Он поможет быстрее ориентироваться в архивах, находить нужную научно-исследовательскую работу не только российских, но и зарубежных авторов. В ряд лучших вузовских изданий вошли чувашские учебно-методические пособия и монографии. Однако специальным призом было отмечено научное издание Мордовского государственного университета. По итогам конкурса авторы 17 монографий и 14 учебников учебных пособий стали лауреатами за содержательную составляющую изданий. Всероссийский конкурс завершится в сентябре 2015 года. Тогда и будет выявлено лучшее пособие. И, как считают эксперты, не бывает сложных дисциплин, а бывают плохо изданные учебники. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика.